В рамках проекта «Единая Россия. Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков оценил подготовку 7-го этажа здания 45-й больницы в Звенигороде к размещению хирургического комплекса. Сейчас здесь демонтировано перекрытие потолка, стен и пола. Параллельно идет замена коммуникаций. Планируется создание 8 операционных различного профиля, оснащенных современным оборудованием. Работы идут по графику, нареканий нет. Как отметил парламентарий, хирургический корпус должен быть сдан в январе-феврале 2023 года.